Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня прямой эфир, наконец, с боксом аффирмации в полном составе. Кто помнит, что у меня не было в составе самого главного, это каталога в электронном виде, и у меня не было самих слайдеров. Давайте я сейчас еще разочек расскажу. Смотрите, я уже сняла ноготки. У меня здесь стояла Kera Base. Кстати, очень хорошо относила. Ровно 4 недели я отходила с Kera Base. Кто спрашивает иногда, там, типа, у некоторых клиентов не стоит, вы должны понимать, не бывает совершенно одного материала, который будет подходить под абсолютно все ногти, под любые показания. Знаете, как крем для лица. Есть крем для лица, который подойдет там, у кого купероз, есть крем для лица, который идеально подойдет для комбинированного, для сухого, для жирного. Это абсолютно разные по составу крема, но при этом базис у них один может быть. Вот здесь точно так же. Поэтому про Kera Base я специально на себе относила. У меня ногти тряпки были. Вот. Все отлично, нужно просто смотреть. Возможно, кому-то да, не подойдет. Такое может быть. Итак, бокс аффирмации. Сегодня я делаю себе маникюр с готовыми ногтями и вариант, который мы используем только для себя. Такую технологию применять для клиентов и брать за это деньги не стоит, потому что процесс полимеризации очень сложно проходит через покрытые ногти гель-лаком с дизайном сделанным, поэтому я это применяю очень редко, когда мне нужно сделать очень быстро руку правую, потому что мне здесь делать моделирование на правой руке проблематично. Итак, бокс аффирмации, чему он у нас посвящен? Конечно же, теме желаний. Вы знаете, что раз в году у нас в Эми Онлайн есть очень классный продукт, который Вера Мирошниченко ведет для всех желающих. Это не только для мастеров маникюра, а вообще, в принципе, для людей, который называется «Пилим мечты». Вот. И на основе «Пилим мечты» пришла идея, почему бы, например, использовать не только доску желаний, использовать блокнот желаний, да, делать всевозможные визуализации на бумаге, почему бы не сделать такую же визуализацию на ногтях. Поэтому вашему вниманию представляем вам бокс аффирмации. Внутри идет, во-первых, каталог в электронном виде. Для чего он нужен? Во-первых, вы сможете выкладывать уже готовые фотографии маникюра и показывать клиенту образцы, при этом не расходовать сам бокс, да, не расходовать материалы из бокса, чтобы сделать образцы для клиента. Вы можете все это скачать и использовать для демонстрации для ваших клиентов. Вот. Сейчас я, кстати, покажу, что у нас есть. Вот смотрите, вот этот весь объем, он отфотографирован и есть как раз в электронном виде. Это специально для того, чтобы вы себе не ломали голову, а здесь уже есть примеры комбинаций, где какое словосочетание используется, где какая картинка используется. Видите, уже готовое. Вот это все есть в электронном виде, в электронном дайджесте. В электронном виде, в электронном дайджесте. Я себе сегодня выбрала вот такую гамму хочу делать, голубой с зелененьким. Вот я уже мизинчик безымянный подготовила, сделала градиент. Сделала градиент. Где у меня еще? А, ну вот. Итак, что еще здесь есть для того, чтобы можно было делать визуализации с вашими желаниями? Здесь идут, во-первых, сами желания. Их специально не стали делать в виде слайдеров, потому что сами надписи, расход будет очень большой, и вам, во-первых, эта пластина останется на всю оставшуюся жизнь. Вот, понятно, что картинки рано или поздно закончатся, но здесь можно по такому принципу, под эти желания уже подбирать из каких-то слайдеров, которые представлены там на рынке, либо есть у вас в ассортименте. У нас, например, в Эми, все равно, если посмотреть какие-то старые коллекции со слайдерами, там есть варианты, где какие-то силуэты девушек, лица, оно все примерно будет подходить вот под такую тематику.
Сегодня мой день. Мне улыбается удача. Мое тело сильное и здоровое. Есть, видите, просто словосочетание. Я изобильна, благодарю, любовь. Я притягиваю деньги легко. Я открыта для новых возможностей. Нет, отдельно ничего продаваться не будет. Ну, из аффирмации точно. Это вот я вам сразу говорю. Если бокс Дольче и бокс Габриэль, там очень много вот таких украшений, да, вот как, например, из Габриэль мы допечатали сами брошки, фоновые мы не допечатывали. Вот что касается Дольче, скорее всего, я какие-то фоновые, но не все допечатаю, и какие-то брошки, но опять же, не знаю. Пока не знаю. Что касается аффирмации, ну, 100% нет. Потому что это такая специфика, это не для частого потребления. Это, понимаете, вот этот бокс купит такой же человек, как я. Понимаете? И в основном вы все это купите только для себя. Вот кто любит мечтать, делать карты желаний, делать блокноты желаний, делать всевозможные аппликации для визуализации ваших желаний, прописывать это все. Вот. Это вот для таких девочек и женщин. И у вас, возможно, есть такие же и клиенты. Я уверена, кому-то эта штука очень понравится. Это вот такой интерактив, который очень будет сильно увлекать клиента во время нахождения у вас на маникюре. Представляете, какое развлечение. Это же вообще просто кайф. Так, и что также в бокс входят? Наклеечки и ложечки. Цвета прикольные подобрали. Смотрите, необычненькие. Во-первых, многие просили какой-нибудь очень темно-шоколадный, темно-коричневый цвет. Я его сделала специально для бокса. Вот, очень классный голубой. Такой правильный коралловый и вот этот модный жутко зеленый, который вот и не желтый, и не салатовый, и не яблочный. Вот такой вот правильный модный зеленый. Итак, сегодня мы с вами делаем для меня маникюр. Вот у меня два ноготка уже готовы. Юля, есть сама вот эта штука, куда эти вот штуки можно примагничивать, чтобы они у меня не падали? У меня, кстати, новинки еще Нет, знаешь, длинные. У меня еще для вас очень много новинок здесь припасено. И оставайтесь до конца. В конце еще покажу все новинки. Есть, кстати, очень интересная новинка. Классная. Так, можно я тут дырочку закрою? Такая дырочка дурацкая. Так, сейчас поехали делать градиент. Для градиента я беру влажную салфеточку. Ну, пусть так хотя бы будет. Чтобы, я, знаешь, они у меня падают. Так, ну поехали. Сейчас сделаем градиент. Не знаю, я в эфире крепить типсы буду или нет. Ну, сейчас посмотрим. Я хотела сейчас 3 типса в эфире сделать. Можно, в принципе, их 3 и прикрепить. Так, и зелененький берем. Ну, я сейчас буду визуализировать не одно желание, а несколько. Можно, например, сделать маникюр только с одним желанием и на разных ногтях просто сделать разные интерпретации. Где-то только стемпинг, где-то стемпинг плюс слайдер. Вот мне очень нравится делать на градиенте. Поэтому я как фон использую градиент. Быстрее, конечно, градиент делать с акриловой пудрой. Сейчас все делают по этой технике. Но я что-то себе акриловую пудру взяла, но не стала делать. Так. Еще раз напомню, я сейчас в эфире делаю для себя готовые ногти уже с дизайном, который потом я посажу при помощи гель-лаковой базы и просто сполимеризую в лампе. Базу буду я использовать Medium, либо Maxi.
именно вот эти две базы. Ну, еще, в принципе, жидкая подходит, но я жидкую не люблю для типс использовать, потому что она жидкая. Вот, нам нужно здесь хоть какую-то толщину иметь. Так, сейчас мы сделаем быстренько градиентик. Так, ну, для первого слоя пойдет. Сушим. Так, я сориентируюсь, наверное, на картинке. Смотрите, вот даже мне легче и проще открыть каталог в электронном виде и сориентироваться на готовые вариации по сочетанию. Вот. Поэтому я один вариант сделаю про путешествие. Это потому что прям я очень хочу съездить куда-нибудь, где есть пальмы и песок. Что-нибудь Таиланд, Бали, Шри-Ланка, Мальдивы. Все, короче, из этой оперы. Здесь как раз у нас есть картинки такого плана. Понятно, что много вариаций мы не стали делать. Поэтому с тропиками у нас один вариант. И дайте ножнички. Я, походу, ножнички не привезла. Я даже, наверное, второй слой не буду здесь делать. Смотрите, мы здесь оставим один слой. Мы сейчас возьмем топ-слайдер. Так, берем топ-слайдер. Я сначала посажу саму картинку, а стемпинг буду делать сверху. Можно наоборот сделать стемпинг, а потом уже посадить картинку. Тридцать секунд, и как раз у меня тут картиночка вот такая. Даже можно сразу паспорт вырезать, да, тоже это будет интересная композиция для меня. Тоже как элемент того, что паспорт с билетом не сюда же берем. Нам сюда для этой темы. Видите, вы можете какое-то одно желание прорабатывать, можете несколько желаний проработать. Вот я сделаю сейчас акцент на своем маникюре на путешествиях, мне хочется. Вот, и здесь, видите, есть и самолет, но мы взяли самолет частный борт, чтобы это подходило и для визуализации богатства, да, видите, когда девушка заходит в частный борт и когда самолет летит, либо это под путешествие в том числе подходит. Вот, поэтому у меня что основное? Деньги, путешествия. Я себе когда прописывала на год 150 желаний, конечно, там было выйти на новый уровень по доходам. Вот, понятно, что я для этого делаю определенные шаги, но также я себе помогаю визуализации. Также я помогаю себе визуализации. Потому что денежка нам тоже пригодится сегодня. Денежка. Денежка. И вот здесь вот еще вот такие у нас классные картинки. Смотрите. Скажите, веришь, что у меня прямой эфир идет? Смотрите, здесь практически все ЧБ такое вот сдержанное, классное. И здесь тоже практически все такое черно-белое, там, ну, за исключением одной картинки. И вот они очень универсальные, для, и со стемпингом будет классно сочетаться. И видите, под любой тип желания здесь подходит. Ну, понятно, что тема отношений, так далее. Здесь тоже и работа над собой, над телом. Ну, можно, конечно, что-нибудь мне красивенькое с лицом, с девушкой. Сейчас я посмотрю, какие здесь варианты есть, примеры.
А, ну вот мне нравится. Я отлично выгляжу и получаю много комплиментов. Вот эта вот тема тоже. Я же про внешность очень много всего люблю. Да? Так, ну давайте вот так. 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 Все. И теперь наша задача все это в водичку опустить. Тебе здесь есть где-нибудь вода? Есть? О, вот сюда мне. Смотрите, там вот так в коробочку в какую-нибудь наливаете. Ага. Вот, отлично будет. Пишите, кстати, кто уже купил бокс аффирмации. Потому что я его еще толком не начала рекламировать. У меня был только один эфир. Я сторис несколько выкладывала. Конечно, к боксу идет лукбук. Вот кто пропустил начало эфира, я показывала распаковку. Смотрите, готовые решения для Эми маникюра с материалами из набора. И там как раз есть 4 маникюра на руках. И самое главное, там есть все вот эти типсы сфотографированы в хорошем качестве. Вот абсолютно все вот эти варианты вы найдете там в электронном виде и можете все это использовать у себя. Все это сможете использовать у себя. Так, ну давайте на большом пальчике я сделаю, получаю много комплиментов. Так, лучше взять штампик. Сейчас мы штампик возьмем. Почему штампик? Смотрите, девчонки. Картинки плотные на белой основе. Соответственно, вот можно приклеить, снять с поверхности, но качественнее будет вот так вот. Потому что сразу начинают сворачиваться. Ну, мы обычно клеим либо слева, либо справа. Вы там посмотрите ногти в боксе, там есть на небольшие размеры. Понятно, что картинку можно резать, подрезать, если длина там двоечка небольшая. Понятно, что ну, это дизайн не для единички, если там вообще такие вот обрубыши, вот типа вот как у меня. Но это максимум, там что-то из стемпинга можно сделать, и все. Вот, поэтому это для длины. И мы в боксе, кстати, показываем тоже, учим вас там подрезать. Обязательно посмотрите. Так, ультрабонд. Господи, слава богу, у меня ультрабонд есть. Юля, как я намучилась? У меня же ультрабонд закончился. Я его не заказала. Это был какой-то ад. Вообще без ультрабонда. Я последние ногти делала девочке своей подружке. Я думала, у нее все отвалится нафиг. Так, Тея класс. Дизайны, кстати, очень быстрые. Ничего сложного нет. Здесь самое главное, так как не можешь комбинировать первое время, не понимаешь, что с чем скомбинировать, просто подглядывайте в электронную версию лукбука. Все варианты сочетания там есть. Все идеи там есть. Так, Теклас обязательно, чтобы работать со стемпингом. На большой длине тоже можно делать. Ну вот длина троечка. А? Двоечка. Двоечка, да. Вот длина двоечка. Здесь есть еще? Слушай, что-то я правда. Ну, на большой длине, конечно, лучше. Больше помещается всего. Смотрите. Я отлично выгляжу. Мое тело сильное и здоровое. Тоже небольшая длина. Вот тоже небольшая длина. Миндалик где-то 2,5 миндаль. Вот так. Так, давайте здесь тоже слайдер. Слайдер. А на мизинчик я не буду клеить, ну, потому что вверху у меня мизинцы очень узкие. Вот, во-вторых, ну, здесь прям действительно доска желаний получается, очень перегруженные по композиции. Можно, чтобы мизинчики либо вообще были вот пустые, без ничего, либо просто сделать стемпинг.
Сейчас покажу, какое мне нравится сочетание по композиции стемпинга. Вот, короче, мы сейчас с вами сделаем 3 ноготочка, остальные 2 я оставлю для контакта. Так, здесь поехали штампик делаем. Протрем на всякий случай. Здесь достаточно использовать 2 цвета. Это белый и черный цвет краски для стемпинга. Юль, у тебя... А, вот разбавитель. Здесь просто уже на дне такой лачок. Или он нормальный? Нормальный, но разбавьте чуть-чуть. Белый нормальный, а черный чуть-чуть. Давай. Смотрите, девчули, вот есть разбавитель для лака. Можно взять... В принципе, северину какую-нибудь. У кого есть Эми, берите тогда лучше Эми. Потому что здесь уже он такой вот полупустой. Там видно, что на дне этот лак. Все. И давайте смотреть. Я сделаю сейчас отпечатывание черным, а потом дублирую обычно белым. Если, например, нужно на картинке. Совпадает тон. Так, я чувствую любовь в каждой клеточке. Нет, что я хотела? Я отлично выгляжу и получаю... А, вот, я отлично выгляжу и получаю много комплиментов. Вот это вот то, что нам нужно. Так, все приготовили? Все приготовили. Ой, я не приготовила этот куски, Юль. Угу. Девчонки, короче, я сейчас отвела в сторону. Ну ладно. Вот так. Значит, смотрите, разница в работе между просто стемпинг, любая картинка, вид рисунка, паттерн, и когда мы отпечатываем текст. В общем, с лаком лучше не перекатывать, когда у нас текст, только перпендикулярно. Это единственное исключение, когда вы штампиком работаете не перекатывая, а когда вы четко отпечатываете перпендикулярно. Да, спасибо. Я сейчас себе, видите, кусочки... Кусочки вовремя не отрезала двухстороннего скотча. А мне вот как раз очень удобно, да. Так, теперь берем беленький, то же самое. Беленький. И дублируем беленьким. Сделали. И получается, нам нужно оставить первые 2 строчки белые. Все убрала и дублирую. Вот так. У меня, правда, ручонки трясутся чуть-чуть сегодня. Ну ладно. Я отлично выгляжу и получаю много комплиментов. Сюда можно что-нибудь еще добавить из вот таких вот штук. Смотрите, здесь всякие сердечки, короны есть, самолетики, деньги. Ну, давайте корону. Я ж люблю про корону. Так, ну, здесь можно беленький взять вариант. Так. 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 Почистили вокруг. Почистили. И вот здесь вот можно такую смешную коронку приделать. Все. Это у меня такой будет большой пальчик. Буду любоваться и говорить, что я сегодня получаю море комплиментов. Ну, я такое просто очень люблю. Я много работаю над своей внешностью, уделяю этому очень много внимания. Считаю, что это один из таких основных аспектов, которые очень важны для реализации женщины. Что нельзя просто кинуться с головой в реализацию, при этом ходить с немытой головой, с прокрашенными корнями.
не делать хоть какой-то там элементарный уход за лицом и делать какой-то легенький макияжик, хотя бы просто тональный крем, либо биби и тушь, вот прям вот вполне. Поэтому для меня это желание очень актуально, потому что я постоянно, вот, ну как бы, я люблю это, и комплименты очень люблю, и следить за собой очень люблю. Так, давайте следующее тогда, что у нас? Денюшки. Да, про денюшки. Так, про денюшки. Мы приделаем вот такой кусочек про денюшки. Так. И тоже отпечатываем. Ну, обычно либо справа, либо слева. Все отпечатали. И что у нас есть из словесных посланий, да, с чем мы можем это сочетать? Давайте посмотрим. Тут у нас есть я изобильна, богатство. Вот, в принципе, можно мне сюда слово только богатство приклеить, да? Либо здесь конкретно сумма есть. Сейчас я вам найду. О, я получаю от 500 тысяч рублей в месяц. Ну, можно, знаете, как убирать цифру 500, кто там хочет 1-2-3 миллиона, и можете там уже вручную, если что, подписывать. Вот. Но у меня здесь, не знаю, идеально подойдет богатство, и я изобильна. Я просто сейчас вертикальные две линии сделаю. Так, теперь берем Теклас. Что не только можно приклеивать целые желания сюда, можно вот такие фразы. Из одного слова, из двух слов. Вот у меня уже пальчик один готов. Сейчас мы его будем приклеивать. Сейчас дождитесь окончания эфира. Я еще покажу вам, сколько новинок у нас разных выходит. В том числе сейчас кое-что вам покажу, то, чего еще не показывала. Кто знает, можно в самолете в ручной кладе провести гель-лаки и простые лаки? Да, можно. У них объем, потому что, смотри, 9 миллилитров, да, ну небольшой объем. А там же нельзя провозить объем больше 100 миллилитров. Я раньше вот краски, они же у меня вот не закрытые баночки, чтобы багаж не сдавать, а мне нельзя было это сдавать, какие-то там вот тоже, чтобы там не разбить, я всегда с собой возила в ручной кладе. Поэтому можно. Я притягиваю деньги. Да, я притягиваю деньги легко. Спасибо за подсказку. Вот она хорошая. Слушай, а может... Да, вот это я, наверное, себе сейчас приклею. Точняк. Точно. Спасибо, девочки. Я притягиваю деньги. Все правильно. Угу. Так, а мизинчик... Сейчас я вам расскажу, как можно сделать мизинчики, не перегруженные по... элементом ноготки. Смотрите, мне очень нравится, когда мы на задний план делаем белый стемпинг, а в центре мы клеим такое основное центральное желание, чтобы оно выделялось на вот таком дальнем, неярко выраженном плане из элементов. Да, девчули, я уже в Ростове. Смотрите, видите? Ой, сейчас я вам покажу. Вот. Вот я в Ростове, видите, уже девочки работают. Вот Юля Донченко, Юля Готовцева на заднем плане. Там девчонки сейчас что-то снимают. Да, я уже в Ростове. Так, поэтому мизинчик мы делаем не перегруженный. Поэтому мы здесь сразу ставим Теклас. Девчонки, вы мне в эфире сейчас поможете присобачить ногти? А что я записываю аттестацию куда-то? Ну, Юля. Ты пиши аттестацию. Нет, я сейчас сделала 3 ногтя и прям в эфире хочу приклеить. Мы сейчас прям в эфире покажем, как мы тут маникюрчик чуть-чуть сделали. Все нормально. Я же не клиентам это делаю. Так. Поехали. Также черный сначала. Я притягиваю деньги.
так двухсторонним скотчем излишки убираем. Тоже постарались вот перпендикулярно просто отпечатать. А стемпинг перед... Ой, Т-класс перед стемпингом сушить, ну, не знаю, там, посушите... Ну, 2 минуты. В принципе, можно 1 минуту, но лучше 2 минуты. Так, здесь я предлагаю одно слово сделать беленьким. Сейчас. Слово притягиваю. Вот оно чуть-чуть потерялось, поэтому как раз мы его сейчас беленьким продублируем, и будет хорошо. Так. Так. Убрали. Почистили все лишнее, что нам не нужно. Ой, господи. Все, я притягиваю. Ну, может, не сильно прям читается на долларе. Чуть-чуть потерялась, но, как знаете, посыл... Во Вселенную отправлен. Я притягиваю деньги легко. Вот я притягиваю деньги легко. И здесь тоже, кстати, есть разные штучки дополнительные. Вот такой доллар. Вот такая пачка денег летящая. Вот такой мешок с деньгами. Что тут еще? А, вот такая банкнота тоже с деньгами. Вот аж 4 варианта с деньгами есть. Так, ну можно. Можно, ну давайте беленьким, наверное, вот так сделаем банкноту. Тоже вокруг почистили. Если хотите визуализировать только на одно желание, можно вообще вот взять одну тему денег. И все вот только про деньги. Я притягиваю деньги легко, богатство я изобильно, я получаю вот такой-то суммы рублей в месяц, мне всегда хватает денег для комфортной жизни. Вот смотрите, здесь еще есть одно желание. Видите, мне хватает денег для комфортной жизни. Так, все. Сейчас мне нужно сделать быстренько маникюрчик на мои 3 ноготочка. Сейчас мы Юлю позовем. Так. И мизинчик. Так, ну здесь давайте тему что-нибудь с пальмочками сделаем. Так. Так вот по кругу идете. Так, раз. Что тут еще можно? Можно. О, коктейльчик. Блин, я хочу куда-нибудь на Бали, либо на Шри-Ланку. Вот мы разбрасываем, можно сейчас еще и вниз что-нибудь отпечатать. Что мы отпечатаем вниз? Здесь вот такое вот сердечко есть. А, можно было просто чемоданчик отпечатать. Дорожный чемоданчик. Ну, ладно, пусть будет вот такое сердечко. Ну, прям сильно читаться не будет, но мне и не нужно. Мы сейчас все равно в центре будет идти желание. А вот здесь теперь желание мы сейчас отпечатаем. Просто в один слой. Ну, наверное, все-таки про путешествие. У меня, скорее всего, про путешествие будет много повторяться. Так, я путешествую. Вот. 3 раз. Вот этот мой вариант как раз и возьмем. Так.
Так. Так. Ой, что-то я плохо отпечатала. Сейчас я переделаю. Сейчас. Один момент. Так, один момент. Так, дубль два. Еще раз напоминаю, четко перпендикулярно отпечатываем. Я путешествую от 3 раз в год. Все. И тоже финишем перекрываем. Со словами, тем более, когда такое количество текста, перекатыванием можно работать, но сложно. Вот. Поэтому я рекомендую без перекатывания в данном случае вот сделать исключение и отпечатывать четко перпендикулярно. Ну, это я, наверное, уже в следующем эфире сделаю. Остатки. Вот мне осталось еще про путешествия. Вот такая лодочка, водичка, пальмочки и паспорт. Видите, у меня здесь все про путешествия. Потому что я основной акцент в этом году хочу сделать на деньги и на путешествия. Так, теперь мне нужно сейчас подготовить мою руку. А Юля Готовцева пришла? Так, мне нужно сделать себе быстренько маникюрчик. Сейчас мы. Я, смотрите, сейчас сделаю маникюрчик только там, где мне нужно. Потому что я сейчас приготовила только для мизинца, для безымянного и для большого. Так. Крем-овер. Я сейчас не буду делать сложный маникюр. Ой, вот сюда ж нам надо. Все, и потом мы просто посадим. Так. Еще раз напомню, сажать я сейчас буду на базу Макси и базу Медиум. Что у вас есть под рукой, на то и сажаете. Так. Смотрите, такой вариант ногтей, конечно же, делать можно только самой себе. Клиентам такое лучше не проделывать. Сразу предупреждаю вас, что это можно сделать, как вот у меня, крайний случай, когда мне нужно быстро сделать руку правую. Ну, вот видите, у меня такая кутикула и валики, что тут достаточно кутикремовера. И все, и даже сейчас мы щипчиками пройдем. Так, здесь я уже ногтевую пластину пилила, я ее подготовила, в принципе. Так, ну, все, здесь что у нас? Nail prep. Этапы наращивания точно такие же. Nail prep, ультра бонд. Так, технологи мои меня походу кинули, никого нету.
Так. Так. И большой пальчик. Указательный и средний пальчик я сейчас буду делать в эфире контакта. Так, сделали. Все, и я, наверное, возьму базу. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь есть. База. Медиум. А, нет, Макси есть, кстати. О. Смотрите, мне повезло, есть база Макси, я поэтому буду сажать на базу Макси. Она густая. Так, так как я сейчас осталась одна, мне будет тяжеловато. Ну, сейчас я попробую все это сделать, соорудить дело. Сейчас мы будем вот так делать. Я обычно дно убираю. Смотрите, когда одна работаю. Я вот так убираю дно. Так, начнем с мизинчика. Так, сейчас мы его подпилим только чуть-чуть. У меня, видите, тут подзатекло. Так, запомнили, эксперимент такой проводить можно только себе. Клиентам мы так не делаем. Клиентам мы делаем как положено. Сначала типсы прозрачные вы наращиваете, а потом уже делаете маникюр и покрытие. Так, ну я сразу включу. Есть вероятность, конечно, где-то может подвылезти гель. Но я обычно потом убираю. Все. И ждете где-то минутку. Давите? Сейчас пока давим. Потому что процесс полимеризации идет очень медленно, так как мешают два слоя гель-лака. Но полимеризация все равно проходит. Вот поэтому мы это клиентам как услугу не продаем, потому что есть вероятность, что где-то, возможно, пустота есть, где-то там, возможно, не досохнет у нас гель-лак. Вот, но себе вполне вот так вот можно делать ногти. Это, конечно, очень быстро. Неудобно с такой длиной. Мне все удобно. Нет, типсы я не пилю внутри. Мы это показываем, мы вас так учим. Пилить надо внутри. Вот смотрите, видно, что... я прям чувствую, что процесс полимеризации произошел. Я сейчас просто вот так досушу. Все, сушим еще одну минутку. Я прям чувствую, что прям сковывается. Процесс полимеризации идет. Так, теперь безымянный. Видите, как быстро ногти можно. Ну, реально можно себе одну руку сделать там минут за 40. Вот. Потом, конечно, я посижу где-то минут 5 подольше, посушу. А кто-то пилит типсы внутри. Вот у меня технологи, они пилят, обязательно пилят. А я ленивая задница, я не пилю. Ну, потому что я проверила, у меня без пилёжки все стоит. Потому что когда вы работаете с базой Макси и базой Медиум, стоит все идеально. И даже пилить внутри типс не надо. Вот. Ну, переживаете, подпиливаете, чуть-чуть делаете его с внутренней стороны шершавой. Так, все проверили, параллели. Так, проверили параллели. Видите, как неудобно себе, ручки трясутся. Ну, такой тонкий слой, но я не жирно наношу. Все, включила заранее. Ну, вижу, чуть-чуть под кутикулой вылезла. Но я думаю, ничего страшного. Никто этого не заметит. Я их просто столько себе уже приклеила, что я уже насобачилась. Вот. Но я это делаю не всегда. Смотрите, я такой тип наращивания применяю редко. Это если мне некому сделать руку правую. Потому что сама я себе правую руку сделать не могу.
И бывает, что нужно что-то сделать быстро, прорекламировать. Все сушим, сушим. Прям давите, смотрите, прям там нужно так давить. Нет, я на ноготь, смотрите, можно на ноготь клиента нанести тонкий слой и потом прикрепить. Я делаю сразу на типс. Вот, девчонки у меня делают тонкий слой база и милак, сушат, а потом только берут уже макси. Я сейчас показываю такой очень быстрый вариант экспресс. Я прям чувствую, сполимеризовалась. Сушить в конце нужно где-то минуты 4. Прям посидите подольше. Ты что ушла? Я обедала. Ну я же тебе сказала. А что вы не крикнули? Я же дверь оставила. Я уже несколько раз позвала. Все, я уже закончила. Все, и последний ноготь у нас с вами остался. Я ж вас звала, вы ушли. Я ж вам сказала, что я сейчас буду мы делать. Мы сидели с открытой дверью. Ну, откуда ж я знала, что вы там сидите, девочки? Я думала, ты ведешь курс. Так, я здесь чуть-чуть уголочки не подпилила сразу. Поэтому... Ну, вообще сейчас это нельзя делать, то, как я сейчас сделаю. Но я забыла это раньше сделать. Так, смотрите, второй вариант вот так делается. Сначала база тонкая наносится. Сначала, ой, не хард. Смотрите, хард-база для типс не подходит. Не, ну, как бы, в принципе, подходит, но, не знаю, я не рекомендую. Смотрите, можно вот так вариант сделать. Тоненько нанести базу и милак. Слушайте, я вообще не умею себе делать ногти. Это какой-то капец. Правую руку. Только левую умею делать. Так, тонко-тонко нанесли. Вот прям тоненько нанесли. Просушили. Просушили. Нет, нельзя использовать для типс Kera Base. Kera Base – отличная база для вот тех мастеров, кто любит моделирование, делать укрепления базами гель-лака. Офигенная база, мне очень понравилась. У нее такая вязкость, прям и не сильно густая, но и не средняя. Вот она что-то между средней и густой. Вот. Плюс то, что у нее даже в тонкий слой, если мастер без руки и нифига не умеет моделировать, даже если она там 2-3 слоя намажет, она дает каркас гелевый. Ну, короче, мне очень понравилось. Вот, а теперь уже на вот этот тонкий слой можно дальше делать так, как вот я делала. Сделала. Также включила заранее. Так. Ой, много нанесла, уже увидела. Видите, нельзя много базы наносить. Ну, так нельзя делать, но я сделаю. Вот в этом косяк, когда ты делаешь сам себе. Лучше, конечно, чтобы тебе посадил кто-то эту правую руку. Вот. Целилась. Удобнее было бы, конечно, делать акригель. Идеально было бы. Вот я же помню 2 года назад, когда только думала это вводить в линейку, еще никто не продавал эти типсы, я тестировала. Помните, 2 года назад курс Dolce & Gabbana, мы с Наташей Гановой, заранее она мне отрисовывала, я эти типсы сажала, и мы сажали это на акригель. Ну, акригель очень удобно, блин, капец как удобно, ничего не течет, где что вылезло, ты кисточкой подобрал. Но вот
нет такой сильной адгезии с пластмассой, как это есть у Bass Emilac. Вот, поэтому я перепробовала все, только база Макси и база Медиум. Ну, я так думаю, что база Медиум у вас у всех есть. Блин, я вам не показала новинки. Походу, завтра буду делать отдельные эфиры, буду показывать отдельно все новинки. Сейчас уже не успеваю. Сейчас мне нужно бежать уже в контакт. Смотрите, как прикольно. Ну, здесь вот видно чуть-чуть вот возле кутикулы вылезла. Ну, на 2,5 недельки мне хватит походить. Может быть, я даже и 2,5 не буду ходить. Я же контент веду для Инстаграм, и мне нужно часто менять. Мне нужно очень часто менять. Я отлично выгляжу и получаю много комплиментов. Так. Я с вами сегодня прощаюсь. Тогда обзор по новинкам сделаю завтра просто отдельным эфиром. Не буду ничего показывать. Может быть, с темпингом поработаю. Завтра уже покажу, что мы для вас приготовили. Потому что у нас есть то, что я еще вообще не показывала, не анонсировала, только проговаривала пару раз. И есть варианты, с которыми я уже работала, но я работала тестами, и мне кайф вам показать то, что вот новенькое. Пластина, которую я сейчас показывала, она входит в бокс аффирмации. У нас сегодня тема была бокс аффирмации. Мы работали сегодня материалами только из бокса аффирмации. Вот. Ну, всем хорошей рабочей недели. Все, всем пока-пока.